мастерство оценили по достоинству, важно всегда идти первым номером и проявлять инициативу, отмечает юная спортсменка Катя Болдова. Недавно девушка приехала со всероссийских соревнований «Спартак», которые решают дальнейшую судьбу боксера, а точнее выход на первенство России по боксу. Всего Екатерине предстояло 3 боя. Первая встреча со спортсменкой из Москвы прошла как по маслу. У Кати весомое преимущество. Далее 2-й бой и также успех. Вообще в бою должен быть и защита, и атака все применяться. В первом раунде, как я говорила тогда, мы смотрим, рассматриваем соперника своего, как работает. А вообще лучше ходить, идти первым номером всегда. Работать первым номером. Судьи поймут, ну, я не знаю, как ты работаешь, и они сделают результаты в первом раунде. И отдадут свой голос за красного или за синего. А вот исход 3-го боя оказался неожиданным. Из-за волнения девушка уступила место сопернице из Санкт-Петербурга. По итогам соревнований Катя Болдова заняла 3-е место. Теперь в копилке Березняков бронзовая медаль. Тренируют девушку 2 известных березняковских тренера по боксу – Саркис и Артак Хандамирян. Перед соревнованием меньше нагрузки даем. Так уже тактично работаем. На школу бокса работаем, чтобы чуть-чуть отдохнули, все. А тут так все время такую физику нельзя. У нас же есть критерии. Вот, до соревнований так, а после соревнований чуть-чуть, до соревнований уже чуть-чуть, неделю отдых. Планы березняковских спортсменов на 2023 год насыщенные. Впереди десятки соревнований. После небольшой передышки Екатерина вновь начнет усиленно заниматься. Совсем скоро первенство Приволжского федерального округа по боксу. Екатерина Зибзеева, Сергей Александров. Новости Верхнекамья.